На сцене Краевого театра драмы звездный состав артистов. Наталья Егорова, Сергей Никоненко, Андрей Прокудин, Андрей Мерзликин и дочка нашего земляка Мария Шукшина. На разрыв аорты они проживают знаменитую повесть «Калина Красная», которую автор написал за год до смерти. В центре сюжета история об уголовнике Егоре Прокудине, который решил завязать с прошлым и изменить свою жизнь. Это я. А это я. Я некрасивый. Юмор, музыка и танцы, которые сопровождали спектакль, очень гармонично вплелись в канву драматической истории. Теперь любимое произведение не только на страницах книги и кинопленки, но и на театральных подмостках. Спектакль просто захватывает. И они так быстро переходят от восторга к каким-то печальным нотам. Я просто в восторге. Конечно, мы вспоминаем и «Калину Красную». Интересно видеть знаменитых артистов. Вспоминаешь очень и фильмы, и песни шикарные просто наши. Поют замечательно до слез. Перед премьерой спектакля Надежда Бабкина рассказала, почему загорелась идеей поставить знаменитую шукшинскую повесть. Это же настолько народная история, ну вот про нас, про всех. Набираю Машу, говорю: алло, Машенька, мы хотим поставить «Калину Красную», приходи к нам, пожалуйста, ты будешь играть главную роль. Она подумала, что я подшучиваю. Нет, Маша, именно ты должна это сделать. И надо сказать, я была права. Маша гениально все это делает, просто, тихо, но с таким посылом, ребята. Болит и болит душа, вот я века его знала, а знала ты всего, Господи, сутки. Трехчасовой спектакль на одном дыхании, игра столичных артистов пробила зал, люди рыдали и аплодировали стоя. Вячеслав Ножьяров. Валентина Аскерова, «День с толком».